Всем привет, с вами Кинолист, и сегодня мы разберем дату выхода сериала «Ведьмак. Происхождение». Поехали! В 2020 году Netflix впервые заговорили о том, что экранизация книги «Ведьмак» получит ответвление. В 2021 году официально стало известно, что первым отдельным проектом во вселенной станет предыстория основного сериала, получившая название «Ведьмак. Происхождение». Ожидается, что новинка станет мини-сериалом, будет состоять из 6 эпизодов и расскажет конечную историю без продолжения. Дата выхода сериала «Ведьмак. Происхождение» ожидается в 2022 году. По сюжету события развернутся за 1300 лет до оригинальной истории, рассказывающей о похождениях ведьмака Геральта. В серии книг «Ведьмак», написанных Анджеем Сапковским, сюжет разворачивается вокруг ведьмака по имени Геральт. Он представитель рода людей, которым не чужда магия. Эти персонажи не стареют и занимаются тем, что оказывают услуги по устранению разного рода монстров. Все это разворачивается на фоне противостояния людей и эльфов. Автор сериала «Ведьмак» Деклан де Барра рассказал, что, прочитав все книги о ведьмаках, заинтересовался, как получилось, что люди появились на континенте эльфов, и почему между двумя расами произошло столкновение, вылившееся в длительную войну. Этому и посвящен новый проект. Также предыстория оригинального сериала подробнее остановится на происхождении ведьмаков и даст объяснение, почему эти люди владеют магией, не чувствительны к чужому волшебству и почему их слишком мало. В грядущем сериале зрители не увидят персонажей из оригинальной истории. Но доподлинно известно, что в шоу будет несколько основных персонажей. Это представители людей, эльфов и ведьмаков. Рассмотрев взгляды на противостояние с разных сторон, авторы хотят дать понимание происходящего без предвзятости. Известно, что в новом шоу Netflix роль получил Лоуренс Оффрайн. Его зрители могли видеть в сериале «Игра престолов» и «Викингах». На старте работы над проектом ходили слухи об участии в нем Джейсона Момоа, но информация осталась неподтвержденной. Впрочем, авторы сериала раскрывают мало информации об актерах и сюжете, поэтому сюрпризы могут быть. Известно, что сценарий «Ведьмак. Происхождение» не основан на книгах и является полностью оригинальным, но, по словам шоураннеров сериала Деклана де Барра, его одобрил сам Сапковский. Дата выхода проекта ожидается в 2022 году. Ждем анонса. А с вами был Кинолист, и сегодня мы разобрали дату выхода сериала «Ведьмак. Происхождение». Ставьте лайк, если вам понравился данный ролик, заглядывайте на наш канал, у нас много интересных анонсов. Всем пока!